Такой важный для всей страны аспект, как сильные регионы, также в центре внимания делегатов Всебелорусского народного собрания. Независимо от географии, представители регионов едины во мнении. Только результативный труд в агропромышленном комплексе улучшит и реальную жизнь на селе. Развивается сельское хозяйство достаточно динамично, но хотелось бы, конечно, еще больше внимания, чтобы государство уделяло этой отрасли. Что касается таких регионов, как Лельческий, то для нас это очень важно. Существенно большое количество людей в Лельческом районе проживает 25 тысяч населения, порядка 1200 жителей работают именно в отрасли сельского хозяйства. И для нас это по большому счету очень важно. В сельскохозяйственном производстве это фермы, что позволяет создать рабочие места, нарастить поголовье, соответственно, объем производства и реализации продукции, и, соответственно, рост заработной платы. Люди остались, значит, нужно создавать условия для их достойного проживания. Это работа, заработная плата, хорошая инфраструктура, ну и то, что все понимают, Чернобыльская программа, она работающая в нашей стране, только в Республике Беларусь. Вы как руководители чувствуете, что были изменения, что вот прошлая пятилетка не прошла зря? Ну, конечно. Все показатели положительные. Вот с кем общаешься, во всех есть прирост продукции. И, соответственно, программа, она позволила развить эти регионы. Отдельные деструктивные силы и отдельные предатели нашей Родины призывали бойкотировать это собрание. Но я хочу сказать, что они глубоко заблуждаются в своих суждениях. Всебелорусское народное собрание, оно призвано консолидировать общество. Оно призвано острые, самые проблемные вопросы вынести на народное вече, на обсуждение. И я уверен, что уже с этого мероприятия наши делегации вернутся с примерным планом перспективным дальнейшего развития регионов. Кобринщина – это сельскохозяйственный регион. И очень важно, я считаю, развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Не менее важное значение имеет патриотическое воспитание молодежи.